Я думаю, мамочки меня сейчас поймут, да? Когда ты одна в квартире, и нету ребенка, и вот этого мам-мам-мам-мам-мам-мам. И когда ты моешься в душе, и тебе постоянно залетают какие-то игрушки в этот душ. А сейчас я просто, я так намылась, я такая счастливая, намазалась всем, чем только можно. Вчера, кстати, мыла машину, смотрите, у меня загар. Такой деревенский загарчик получился. Причем непонятно, я вообще в тени стояла, и у меня вон даже бретельки, и я была в рубашке, и, ну, постоянно была в машине. Солнца вообще не было. Как я так сгорела, непонятно. У меня прям вот такой вот загар. Надо выравниваться. Ну, еще, наверное, пару годочков, и я пока без загара буду. Даже на морюшко, если поеду.